НИУ-БелГУ отметил День Победы торжественным концертом. Главными зрителями на празднике стали представители Совета ветеранов университета. С Днем Победы присутствующих поздравил ректор Олег Полухин. Я хотел бы поблагодарить всех своих коллег, преподавателей, сотрудников университета, кто сегодня ведет большую работу по сохранению этой памяти, по воспитанию патриотов и граждан нашей страны, по работе со студентами. Я хотел бы спасибо сказать вам, мои дорогие юные друзья, за то, что вы храните эту память, за то, что вы готовы быть достойными этой памяти. И вы демонстрируете это своей учебой, своими спортивными достижениями и своей жизнью. Ректор наградил 15 студентов университета, выполнивших нормативы комплекса ГТО на золотой знак. С композициями, песнями и танцами перед зрителями выступили творческие коллективы НИУ-БелГУ. Завершился праздник совместным исполнением песни «День Победы». С праздником вас! С Днем Победы! Перед концертом прошла традиционная встреча ректора НИУ-БелГУ с членами Совета ветеранов вуза, приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Солисты и творческие коллективы Молодежного культурного центра университета исполнили композиции военных лет. Десятый наш десантный батальон.